А вы знали, что в Америке роботы скупают старый айфон? Вот и я нет. Значит, подключаем свой старый айфон к банкомату и делаем ставки. Сколько нам дадут за этот телефон? У меня айфон XR. Робот оценил его в $95. Чтобы забрать наличку, робот попросил меня сфоткаться и расписаться. Также я приложила свой большой палец, чтобы удостовериться, что это именно мой телефон, а не украденный.